прийдуть чи не прийдуть. Погано горить печка, сажу треба потрусити. Ну, я кажу, ви це ви не знаєте, що, як це сажу. Мы приехали к одинокой женщине, которая, к сожалению, нет ни деток, и 17 лет назад умер муж, она одна живет. Ой, спасибо, это так дуже багато, мені, хлопці, хорошо. Нет, это все вам. Это к Новому году, да? Да, это ну, к Новому году. У меня есть очень много друзей, которые беспокоятся о людях, живущих на Донбассе. Вот сегодня мы приехали, привезли вам здесь такой продуктовый набор. Очень холодно, ребята, вот я снимаю, холодина стоит. Почему? Потому что вот женщина дров наколола, печка не горит, уголь, скажем так. Хороший, но тепла немає. Нету. И нема ніякого того. Хлопці, це дуже багато. Нет. Може, ще комусь надо. Нет, мы и другим людям отвезем. Это сегодня было благодаря одной женщине из Украины, Краматорска, Людмиле, ее брат. Вот благодаря ее помощи мы приехали, проведали и привезли вам продукты. То есть на Украине тоже есть хорошие, очень нормальные люди, которые... У Краматорска, десь там моя племянница, кажуть, живе, хто знає, де вона, коли це вона була, не знаю, не племянница, чоловік, ну, в общем, якась родичка, десь у Краматорську живе. Он, господи, вийшло, і ману кашу дали, манку привезли. Рис, рис, горох, гречка. Гречка. Курочка, вон, видите. Де? А ось, ой, Боже, ще й курочку, господи. А це сахар, по-моєму, да? Да, не та мука. Ні, це мука. А сахар вот. Вот сахар. Ось сахар. Ой, спасибо. І конце, ой, Боже, та це я на Новий год буду праздновати. А соцработники приходять до мене, ходять до мене. Ну, вона теж так, у вівторок і у п'ятницю аж приходить у соцработник. І теж, то туди її забирають, то туди її забирають. Ну, нічого, приходить, допомагає, приносить, що я їй закажу, деньги дам. А деньги? 394 я получаю пенсії. От, як можна прожити? Ну, тягну, як кажуть, тягнем резину, щоб хватило від пенсії до пенсії. А тепер там будуть праздники, чи привезуть, чи ми четверту, я четверту получаю пенсію. Чи дадуть пенсію, чи не дадуть, не знаю, четвертого числа, як будуть працювати.